В национальной программе энергоэффективности мелочей нет, сказал руководитель Луганской области Георгий Тука, ознакомившись с работой пиролизного оборудования. Его установили в Белокуракинском спорткомплексе «Здоровье». На обогрев тренировочных залов, где ежедневно занимается до 150 человек, используют древесные отходы. Затраты на весь отопительный сезон не превысят 9 тысяч гривен. Почти 100 детей из школы села Нищеретово приезжают из соседних сел. Теперь их будет возить школьный автобус, подаренный губернатором. Под новогодние праздники в школе полностью заменили крышу. Стоимость работ свыше 900 тысяч гривен. В благодарность нищеретовские школьники подарили Георгию Туке обереги. На наступний рік вже теж плани є. І не тільки про заміну вікон даху, а навіть про утеплення взагалі будинку школи зараз вже міркуємо. Тобто, любі наші, малеча, такі чудові гномики. Де ви такі бороди себе взяли? В мене навіть не така велика. Зі святом вас, з Новим роком!